В Одинцовском городском округе привиться от коронавируса и сезонного гриппа можно будет практически в любой выходной и праздничный день. Пункт вакцинации в хирургическом корпусе Одинцовской областной больницы 1, 2, 7 и 9 января будет работать круглосуточно. Всего в новогодние праздничные дни в муниципалитете прием будет идти в 17 прививочных кабинетах.